смотрите, что это тут мама делает, да? Что это пузырится там, смотрите. Это я мою духовку. С этой стороны уже видно желтенькое пятнышко. Духовку я мою, наконец-то. Я до нее добралась. Не знаю, что там могло так пролиться. Называется «Помыла духовку». Теперь она, представляете, не закрывается. Почему-то вот съехала. Вот тут вот щель. Тут ее нету. И, соответственно, вот здесь вот. Здесь ее нету, там щель. Чего она вдруг съехала, я не знаю. Постояла открытая 2 часа, наверное. И так, и сяк пыталась. И открывала до конца, и закрывала обратно. Бесполезно. Не поверите, я ее закрыла. А представляете, пришлось бы вызывать... Короче, оказывается. Вот здесь вот механизм. Короче, вот эта штучка, это надо записать реально отдельный ролик. Вот это вот, смотрите, она нормальная была. Видите, вот тут вот дырочка. Там дырочка, она полукругом. Ну, вот так вот, вот как дуга. И вот в этой вот внизу дуги закрыта вот эта вот. То есть она севшая туда села. С этой стороны она не садилась. Она пока там стояла, я не могла ее посадить, не понимала, в чем дело. Сейчас покажу поближе. Так, так, так. Вот видите, она сейчас села в дугу. Сейчас я ее посадила. То есть все, вот она. Она там сидит. Все, видите, она закрывается. Блин, я сама починила. Я уже посмотрела ролики. Думаю, да что ж такое, везде это говорят, надо снять эту дверцу и там чего-то там вынимать, там что-то это. Оказывается, все элементарно. Только в одном, кстати, ролике я видела, что там мужчина как раз вот такая же была духовка, наверное, тоже горение, открыл вот какую-то штучку такую вот вынул, и она закрывалась не полностью. Ну, вот, наверное, две штучки, если вынимаешь, то она не полностью. Допустим, это, наверное, если не нужно, чтобы закрывалась духовка, там что-то вы делаете. Но, блин, из-за таких вот мелочей я лучше там что-нибудь по-другому, по-своему придумаю. Блин, какое счастье, что я ее сделала. Я хоть буду спать спокойно и покушаю сейчас нормально. А то у меня даже, честно, аппетит пропал. Всем привет. С вами канал Артмания. Вышел спустя месяц на улице, я представляете? Мы столько болели. С ребенком 2,5 недели лежали в больнице. Неделю еще до этого дома. И сейчас неделю дома. И ребенок продолжает болеть. Сейчас я в Альбресе заказала ему игрушки разные. Он, ему то плохо, то нормально так вот. Такая вот вирусная инфекция. Сейчас иду вот за игрушками, а моя мама пока с ним сидит. Все, никак мы не можем выздороветь. Это, конечно, кошмар. Вот я вышла на улицу. Его на улицу выводили. В пятницу мы ходили сдавать анализы. Но он цепанул. У него теперь опять сопли начались, и горло разболелось. Воздуха свежего вдохнул. Я не знаю, все заново опять началось. Водили на такси, ездили. Там, кстати, парк делаем потом с вами. Как-нибудь потом посетим там. Сейчас мне не до этого. То есть я быстро в магазин и домой. Потому что сегодня ему плохо опять. Говорит, что у него там рвота. Не знаю, короче, так вот у нас. Плохие дела у нас. Тут дом. Ролик, конечно же, идет с опозданием. Здесь вот дерево какое-то, то ли упало.
Нет, по-моему, просто большие кусты. Разрослось. Да, разрослось. Видите? Ветка какая. Или упала она там. Не знаю. Не было раньше такого. Здесь вот елочки, смотрите, какие эти две красивые. А вон та крайняя, ее однажды зимой обрубили. Вот она заново начала расти. Не такая красивая, но все равно не повезло елочке. Верхушку у нее срубили и все. Она вот как-то так подтянули ее, наверное, что ли. Осталось долго, она стояла. Сейчас красивая стала. Тут вот такие елочки. А там вон дом, я вам про него говорила, кстати, там кирпичи опали. А вот здесь сниму. Вот они. Куча кирпичей, кстати, лежит. И вот видна кладка. Сейчас я там дорогу перейду, покажу вам. А, или нет, я сначала перекресток пойду. Хочу перекресток зайти, еще развеяться, пройтись. Может, что-то куплю. Печеньки надо Диме купить, он после больницы. Конкретно подсел на печеньки, прям невозможно. Хочу найти по составу более-менее. Потому что с химией давать не хочу. Ну, видите, там какая кладка. Столько кирпичей лежит. А, я буду на обратном пути тут идти, наверное. Вам покажу. Птицы летят как. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть на меня не приземлится. Когда долго не выходишь, а потом выходишь, такой воздух обалденный. Листвой так пахнет, прям классно. Здесь, оказывается, медцентр находится, смотрите. Ходишь, ходишь и не знаешь даже. Вот сходила я в магазин. Куча. Люди уже готовятся к Новому году. А мы с ребенком все лечимся и лечимся. Не можем никак выздороветь. Там всякие новогодние подарки. Перекрестки появились. А мы все лечимся. Сейчас я иду в Вальберес и потом домой. Покажу распаковку отдельно. Стою, дышу последний раз свежим воздухом. Мои покупки отдельно, будет ролик на них. Там конструктор. Зоопарк я собирала частями. Не знаю, когда теперь выйду на улицу. С Димочкой болеем. Неизвестно, что будет впереди. Блин, и это, честно говоря, немного даже устрашает. Потому что если горло еще можно вылечить, то температура, вот она поднимается под 40. И все. Вот ты ничего не сделаешь особо. Дышусь и пойду. Осень такая у нас уже. Так, у нас что, ноябрь, что ли? Первое число какое-то сегодня, ноября, по-моему. Наверное, ноября первое. Выйдет, конечно же, опять с опозданием, с большим-большим. Но сегодня очень тепленький такой денек. Такой хороший. Сейчас пойду домой. Ребенок, наверное, обрадуется.